Супер. Ну чё? Монтажная склеечка была, да? Да, типа того. Помнишь, чем закончили? Я даже посмотрел на YouTube. Нифига себе тебя вштырила эта игра, а? Ну что, друг мой петух, ты рад, что мы долетели до Луны? А представь, он со своим членом разговаривает. Ну, я так понимаю, у тебя это фрейдистский подтекст. Ну, тут можно ко всему его это, приспособить. Но тебя вообще, да, лагает игра, кстати. Да, беда. На самом деле она выдает разный фреймрейт, когда записываешь. Я не понял, с чем это связано. Я могу сказать, но... Да, да, твой комп говно, я уже понял. Давай это перейдем к чему-нибудь поновее. Так вот, мы, собственно, приземлились, перевернутые. А чё ничего не падает? Так все на месте, чё? А, закреплено все, вижу. Конечно, это ж 19 век, в конце концов, а не какой-нибудь там 20-й. На, бухнуть теперь, бухнуть. Так я, собственно, этим и займусь сейчас. Но не сразу. Не знаю, зачем я взял с собой тормозные эти двигатели. Я не нашел ответа на этот вопрос. Луна моя! Луна моя, сразу же. Эти растения окрашены в невероятно яркие цвета. Рассеянный свет, резкие запахи. Какое зрелище! Ни один поэт не мог даже представить себе что-либо подобное. По его интонации. Именно этот камень остановил мой снаряд. И потом, знаешь, в конце игры внезапно поворот такой. Проснулся после прихода и два друга этих его. Живые, расталкивают. Хорош уже это, да? Грибы жрать. Ардан, ты задолбал. Так, типа анимацию так сделали? Ну да. Куда пропал этот чертов жук? Я больше не слышу его. Да, в мозги заполз. Так вот, это мы раздавили какую-то статую. Этот камень заблокировал. Прилетели с огоньком, что называется. Его заклинило. Понадобится рычаг, чтобы сдвинуть его. Окей. Недвусмысленно намекает на все действия, которые ты должен совершить. Это до поры до времени. Сейчас ты почувствуешь знакомое жжение в области пониже спины, когда поймешь, что он начинает превращаться в такой добротный квест от первого лица, где возникают вопросы, да? А это что такое? Это растение. Нет, оно говорило, типа? Да. Лунный фрукт. Ну, по крайней мере, оно издавало звуки. Мне очень хочется попробовать его. Как всегда, наберем про запас 3 штуки. И пойдем дальше. Собственно, да, некоторая инфа по поводу растения. Ну, есть можно. Сейчас увидишь. То есть переход у него все-таки будет. А, это лайфбар у растения? Хочется заняться кулинарными экспериментами. Не, это просто его цветовая гамма. Ну, вообще говоря... Я мог бы взять два разных лунных фрукта... Просто сожрал, ничего, все нормально. Тогда их вкус смешается. Бет-трипа вроде нет. Но сейчас мы начнем, да, это, Breaking Bad, так сказать. Смешивать разные, ну, я понял, разные растения и варить мед, короче. Опля! Я едва не полетел вверх тормашками. Опля! Мне не стоит забывать, что теперь я вешу в 6 раз меньше, чем на земле. Я могу совершать невероятные... Да, забавная броски, находка этой игры. Передвигаемся мы тут не просто так, а такой мини-игрой. Я могу сломать, ну, сейчас себе увидишь шею. О, плесень, да, какая-то. Не, это тоже фрукт. Дрожжи. Сам-то дрожжи. Вот, ну видишь, у каждого фрукта, соответственно, своя цветовая гамма. А, да? Их смешать, и будет другой цвет. Вкус точно будет другой. Насчет смешивания я там до конца еще не разобрался. Вот, смотри, видишь, ползунок, ну, соответственно, зеленая область, это безопасная. Сейчас просто для демонстрации покажу, что будет, если не попасть в зеленую область. Для демонстрации, типа, да? Лошара. Просто реакции ноль. Ну вот как-то так. Чё анимашки-то не прорисовали? 2006 год, как-никак. Какой невероятный, ну, во-первых, 2005, прыжок. Во-вторых, всё-таки бюджеты — это вещь такая, не резиновая. Ну, спасибо, что и так нарисовали, а то... Могли бы и сказать просто, я, ну, прыгнул. В
пиксели вылезают все-таки. Это беда с кодированием, извините. Разберемся. В игре все нормально было. Осторожно! О, тентакли. Если я пойду вперед, то неизбежно. Ну, я смотрю, ты уже, как сказать, нашел общие моменты с игрой, да? Это похоже очень на Резидента. Окей. На фабрике. Хорошо, что Half-Life еще не вспомнил, там тоже были похожие чудики. Гадостная игра. Сам ты гадостная игра. Она неинтересная. Богохульник! Там мало экшона. Еретик! Ты про какой Half-Life вообще говоришь? Про Half-Life, в который ты не играл? Не, я проходил, кстати, все Half-Life. В Half-Life мало экшона? Ну там мне нельзя, как в Call of Duty, бегать и стрелять много-много врагов. А ты в Call of Duty-то играл? Ты не поверишь, но опять же, во все до Black Ops'а. Включительно. Ты рассчитываешь на мое незнание какой-то из этих серий, да? Потому что я-то в Call of Duty играл только второй демо-версии и первую миссию четвертого, то есть, который Modern Warfare 1. Угу. Вот, и что-то как-то... Modern Warfare я все играл. Все три. Все три! Да. Я стою на монументе. Но это на один больше, чем Half-Life. Затянутого туманом. Так что... Вот. В Half-Life есть эпизоды, да? Кстати, в них я тоже играл. Боже! Я узнаю этот кусок металла. Этот кусок дерьма. Эта алюминиевая пластина защищала иллюминатор в полу моего снаряда. Вскоре после старта я открутил ее, но в космическом вакууме она продолжала двигаться. Правда, он похож на маньяка? Мы уже это обсуждали, да? Она продолжала двигаться своим пульсом. Математик. Кстати, ты не все запикал в прошлом ролике. Нет! Че не запикал? Ставь плашку 18+. Че не запикал? Это что-то вот как раз из той же серии, типа хер или еб... Не помню. Хер или ебать? Ебать или хер, блядь, пи***ть, сука, нахуй. Потом мелодию опять сделаешь, да? Да, органную. О, слушай, я заметил, чем дальше синий прыгаешь, тем меньше зелененькая полосочка. Да, видишь, как все здорово-то проработано. Это лунный тростник. Давай, мешай уже что-нибудь. Да я тут пока сообразил, как это делать. Ой, какая неудобная менюшка, ой. Чего неудобное, тут автоменеджмент даже есть. 10 вкладок, как, слушай, как в твоем любимом браузере просто, и можно раскидать на 100 предметов, не меньше. А какой у меня любимый браузер? Не знаю. Хром? Нет. Хрен? Нет. Калий? У меня стоит, кстати, Хром, но нравится мне больше всего него. Интернет Эксплорер? Как тонко, тонко. Ура, мы в интернете. Исследователь интернета. Вообще хорошее название для браузера, да? Сафари, да. Это вино великолепно. Не, Сафари, он что-то у меня как не начинает работать, потом дико тормозит просто вот через некоторое время. Да-да-да-да-да, давай уже без этого. Когда руки кривые, как бы. Че кривые? Я, кстати, вон бухнул немножко. Очень похож на телескоп. Да. Тот самый традиционный телескоп 18 века. Угу. А что за монетки нужно закинуть? Ну да. Хм. Ну ладно. Это печатная машинка. Я пока не определился с тем, что же это такое. Лучшее средство, чтобы прочистить желудок. Что в этой воде тогда вопрос? Вода. Чтобы прочистить желудок. Пурген. Ну, на самом деле... Пургеном ты желудок не прочистишь. Я просто бухал, да? Ну, кишечник-то точно прочистишь. Рвотный корень нужен. Тебе, видимо, все в одну сторону, да, прочищается. О, мифетин фрукт называется. Мне нравится уже просто. Мифетин, метамфетамин, как бы. Ты знаешь, так прозвучало смешно. Решил выдержать паузу. Смотри, на самом деле, мифетин, метамфетамин. Да я говорю, играю Рей Наркомана. Я набрал немного этой мягкой почвы в раковину.
Она производит впечатление... Это не говно, это гумус! Ты же никогда грядки не сажал! Ты веревок, что ли, набрал? Да, веревок. Какую-то сухую ветку. Веревки для прививания растений. Мы так оба кивнули сейчас. Подожди, стой, набрать можно в руки сколько угодно, прежде чем скинуть менюшку. Три предмета. Думаю, что для три одинаковых предмета, ну там неважно, скинул ты менюшку или нет, все равно три предмета. Просто их можно потом будет пойти и еще раз взять. Чаще всего. Вот тут какие-то смешные блок-схемы, но для начала нужно обеспечить подачу воды и воздуха в эту хреновину. Собственно, у меня сложилось впечатление, что это что-то типа местного переводчика, поскольку они все говорят органами. То есть... Вот так вот. Так вот. Это, видимо, что-то типа расшифровки. Как же козырный какой-нибудь прибор, типа как у этого... Максима. Камерера. В ухо. Залить. Как Джона Картера лучше вспомнил. Хоть я не знаю, это как-то солидней. Обитаемый остров, моя любимая фантастика. В книжке этого не было, кстати. Ну, ты слушай, не все же это говно, то, что там Стругацкие накорябали. Не работает. Федя-то может? Могёт? Федя могёт, да. Могёт. Вот, ну, мы пока что тут подачу воздуха обеспечим. Это уже День независимости. Тан-тан-тан-тан. Кто играл с этим там, с Уиллом Смитом? Голдблюм. Голдблюм? Да. Я все путаю. Кстати, я посмотрел отель Гранд Будапешт, к слову, о Голдблюме. Ну и как? Фильм? Угу. ППГ абсурда какого-то. Ну, как бы, да. Как тебе там, например, этот... Как бишь его? Плохой лейтенант, блин. На который Зэка играл. Ну, я понял. Он же мистер Белый. В бешеных псах. В комнате было душно. Там вообще все... Харви Кейтель, во. Да, Кейтель, точно. Все отожгли, блин. Углем Дефо тоже со своим... Да, мне все доставили там поголовно, каждый актер. Оказалось, я так и не врубился, что старуху-то, оказывается, Тильда Свинтон играла. Тильда Свинтон играла, да. Я просто такой, what? Что? Я по трейлеру еще видел. Не, я не обратил внимания. Окей. Теперь я понимаю значение этого символа. А, и так там как бы непонятно, на сколько лет выглядит. Не, ну там такой абсурд, конечно, вообще. К вам пришли копы, отлично. Убежал просто. Знаешь, это комедии еще там. Чарли Чаплина времен вот оттуда же. Но там так и мысль к этому и сводилась, да, в конце, что он типа немного не из того времени уже, чувак. Ты все растения собираешь? Да, так сказать, нужно постараться, прежде чем сварить что-нибудь толковое. К химикам юным обратись. Ну... Смотри, там тебе недвусмысленно нарисованы значки воды. Правильно, давай все кнопки захерачим. Можно подумать, ты бы сделал как-то иначе в моем случае. Я бы сразу начал искать логику. Я так вспоминаю все загадки, которые я разгадывал в этих survival хоррорах. Методом научного тыка. Survival horror-то да, это просто образец логики, особенно Resident Evil и Silent Hill. А, ты, кстати, этот, Hammerwatch дошел до таких там секретиков, где нужно когда загадочки разгадывать? Не, я там, может, на второй этаж только спустился. Не, я-то ее прошел, как бы. Этот предмет сломан. Теперь надо один момент там. Ты находил эти странные дощечки? Того же размера, я вообще, говорю, только мочил его там. До второго этажа дошел и все. И даже я не помню там. И я дракона ебнул. Эй, окей. Там что-то движется. На горе за облаками. Это местные лунные обитатели. Какое-то здание. Типа, привет. Я не могу не побывать там. Собственно, у них так же, как у растений, тентакли есть. Для чего этот телескоп? Может, только для того, чтобы прибывшие на Луну туристы любовались пейзажем? Теперь я понимаю смысл надписи. Какой незадачливый вообще просто. Все окей. Ну видишь, зато два символа расшифровали. Платить деньги и видеть.
Круто. Угу. То есть, грубо говоря, ты должен кучу этих всяких херовин посмотреть, чтобы догадаться, что какой символ знать, чтобы потом предложение связанное собрать. Ну, на самом деле, некоторые хреновины достаточно очевидные, да, то есть там... Эй, пару минут назад здесь не сейчас было я перемещусь растения. На один уступчик, там увидишь. Скоростью. По поводу символа воды и огня как раз. И да, теперь мне не вернуться в мой снаряд. Пошел на... Должен быть, я буду переводить тебе этих ребят. Я так подозреваю, что именно этим звуком тебе и понадобится цензурировать. Слушай, надо всем этим гите переодеть. Ой, ну тут вообще экстремальный прыжок у тебя был. Ну, чё б нет. Это ты все еще показываешь механику, да? Когда можно упасть. Нет, это я тупо лажаю. Не очевидно, что ли? О, ну символ воды как бы и... Вот-вот. Я ну, могу я и так угадать понял, что значение это вода. Этого символа. Ну вот, видишь, просто как бы он не держит нас за дурачков, в принципе, как немного бы. В другой игре они могли бы еще там... Вода, интересно, что это за символ? Суну-ка я палец туда, как в Сибири, помнишь, когда в бочку этот сунул? Символ ты не поверишь, я в Сибири даже на поезде не уехал. Сибирия. Другая, там, где, Кибирия, там где мужик в латексе ходит. Ну, понял. Ты ее прошел, кстати? Нет, я откладываю до лучших времен. Кстати, слушай, насчет лучших времен, у нас же завтра будет год, как мы первое видео выложили. Прикинь! И все равно самое известное мое с гитарой, да? Нет, на самом деле уже серьезно догоняет видео, где мы бреем мохнатки. Сколько там уже? Где-то уже 700 должно набраться. Что-то я упустил момент. Ну, слушай, так тихой сапой захватываем YouTube. Так ты не те игры тогда запускаешь, чтобы просмотры увеличивать. Я не ищу известности. Ну ладно, на самом деле я ищу известности, я просто не понимаю, как это работает. То-то следующий ролик, там, синглс тоже, я смотрю, как-то начинает набирать обороты. Ну да, что-то как-то это неполовозрелых юнцов возбуждает, пиписька негра, видимо. Вот. Может, там молодые девушки? Девушки? Ха-ха-ха-ха-ха! Отыщи среди моих 17 подписчиков девушек. Обана. Желательно не свою девушку еще. Ты там вырастил, да, что-то? Да, я уже потихонечку. Но определенно. Ботаникой занимаюсь. Кстати, насчет ботаники будет там отсылка в следующем видео еще насчет ботаники. Тебе понравится. Вот, собственно, механизм прививания до меня дошел не сразу вообще, как это все делается. С землей смешивать? Да, как оказалось, сначала нужно два саженца, потом их друг с другом смешать, что-то свить, и, короче, получается вот такой вот прикол. А, еще... Слушай, вот это вот загадки такие, где там знак вопроса, где-то я еще видел. Где два смеша... А, все, вспомнил, знаешь, это игра на мобилках была... Ну, где грубо там с этих элементов, алхимик или как-то так, там с элементов там смешиваешь, там огонь и земля получается камень, mm-hmm. И так далее, вот там тоже такая шляпа есть. Ну, понятно. Ты послан. Да, я не понял, что нужно именно уже прививать, то есть две штуки и все, не больше. Я что-то решил, что на самом деле три надо. Надо, земли еще надо. Не, нужно вот эти веревочки, которые я собирал. Сейчас я вкурю в это. Я подумал, неужели игра такая тупая, что хочет, чтобы я что-то перебирал? Оказалось, нет, это я тупой. Более слабое. В следующий раз, когда я попытаюсь скрещивать два вида, мне следует выбрать растения, которые больше подходят друг другу. Короче, я просрал синюю штучку. Ну, я понял уже. Все, зеленая оказалась сильнее. А как определить, что сильнее, чистым методом научного тыка? Когда я запрыгивал вот на эту скалу, ты видел там на стене рисуночки? Нет. Ну, понятно. О, дуванчики. Ты же был слишком занят удовольствием, мне надо как обратить внимание на игру, а потом жалуешься, что в игре логики нет. Я оставлю без комментариев это высказывание. Ну, ты можешь оставить там комментарий, типа, твой компьютер говно, или что-нибудь, мы будем квиты. Так вот, на этой скале ты одуванчики ловишь?
Нет, это тоже еще один фрукт. А че он вверх летит? Он легкий. В жопу Ньютона, да? В жопу Ньютона. Ты еще не заметил, что в жопу Ньютона, когда мы открывали в безвоздушном пространстве, да? Иллюминатор, типа, ой! Разгерметизация? Что это? Я за землей, если че. У тебя земля, что ли, закончилась? Теперь у нас есть синяя хреновина. И можно смешать с желтой хреновиной, и получится сине-желтая хреновина. Я перепутал бамбук с веревочкой. Я понял. Это... А третье можно примешать какое-нибудь растение? Зеленый, сильный, как бы, его нам нужно туда запихать, и будет охуечка вообще. Типа нейтрал будет, да? Не, слушай, я не знаю, потому что я пытался... А для чего это? Вот меня вот этот вопрос волнует, как бы. На самом деле, насколько я понял, чтобы пройти в... Ну, вот ты видел 5 уступов, да? Но. Вот эти, где я прыгал. И во все преграждают доступ растения разные. Ага. Я так понимаю, что их можно как-то вырастить, чтобы они друг друга там запи***ли и пройти туда. Вот гуманная игра. Это, слушай, это отражает, в принципе, всю политику людей при высадке на новую землю какую-то. Ясно. Это социальный подтекст. Это Аватар! Аватар 2005 года. Нет, это Покахонтас, это 90-го года. Это танцы с волками. Кстати, отличный фильм. Кэмерон, ты плагиатор. Про танцы с волками, я говорю, тоже отличное кино. Да, всем насрать. Я не видел. С Костнером? Неплохая, да? Мысль. Кино с Костнером, всем насрать. Ты видел 3 дня на убийство? Оля смотрела, я не стал. Интересный эксперимент. А скучно стало. Да брось, веселое кино. Веселое кино было. Блондинка в законе вчера. Она там так дела расследовала, круто. Как она, помнишь, пришла на вечериночку, если обманули, она пришла в бикини. То есть ты тоже смотрел это говно? Конечно, смотрел. Это же культовый фильм. На самом деле, конечно, говно кусок. Так вот, смотри, вот эти вот наскальные рисуночки. Петроглифы? Да, типа, они объясняют, что из них выпускает, и, соответственно, какой эффект дает, если их обоих рядом подселить. Слева как будто братаны такие, да? Да, да. Это этот, портал. This was a triumph. Сори, я больше никогда не буду ты этого херово, делать. Ты херово поешь. Я не буду этого делать больше никогда. Запикаешь потом все. Нет. Можно инопланетян? Я боюсь, что они сами могут. Видишь, какой нагло он меня... Чисто быдло. Слышь, есть что по семкам. Но на самом деле мы его сейчас кормить будем. Ему не нравится, что я хочу подобрать его харчу. Ты вот... Не-не-не, это знаешь, это намек. Просёк, типа, ты будешь есть свои же слюни. Eat my dust, bitch. Ну, музон-то тревожный, как бы опасная ситуация. Нервничает. Что мы будем делать в такой ситуации? Этот существо нервничает, а дальше, опять же, сцена... Мы просто дадим задний ход. Из упомянутого Дня Независимости, там для президента тоже как бы не очень здорово все шло. Ну, пока что эта вундервафля нам не пригодится. Пока что. Вот. О, нужно правильно цвета скомбинировать растений. Да. Ебать, умный. Ну, тут это единственное доступное действие, как бы, которое не требует особых логических... А нельзя сразу прыгнуть в поля? Можно. Ну, ты как... Но мне туда не надо, мне сюда надо. Собственно, я уже один раз этот момент проходил, поэтому вспоминал, что нужно приготовить. А, то есть ты еще и играл уже в эту игру? Ну, когда первый раз записывал, я поиграл несколько больше, чем тебе показал. Сейчас заново проходил. Сейчас мы приготовим неведомую сине-желтую жижу. Под названием... И в лицо ему. Кипящая сковородка. На! Вот тебе земное гостеприимство, сволочь! Shh.
Чё, господи, мое лицо! Я всего лишь хотел поприветствовать этого странного гуманоида. Блин, соплей навалял инопланетных. Три штуки, все про запас. Я даже не знаю, кстати, зачем они, как бы, не совсем рубился. Блин, я не догадался их поджарить. Может, получилось бы. Может, у них лечебные свойства есть какие-то? Не исключено. Вот, на скоробея что-то похожее. Царь скорпионов. Отличный, отличный фильм. Да ладно. Там Дуэйн Джонсон бегает. Не, кстати, прикольный фильмец. Он и так, дурачка там строит. Все, что после «Мумии 2» вышло, говно. В смысле, любой фильм вообще, да? Все, что вышло после «Мумии 2», полное говно. Не-не-не. Синефил со стажем. Как там его? Сомерс его снимал, по-моему, да? Да Сомерс, по-моему, и третью часть снял. Ну вот после как бы второй у него больше вообще ничего не получалось. В том числе и Ван Хельсинг. Ну, Ван Хельсинг, ты чё, классный фильм. Ну, Хью Джекман, конечно, тащит там, я не спорю. Куда он тащит? Повозку вниз к обрыву. Блин, скомбинируй уже, цвета надоело. Ну, сейчас скомбинирую. Подожди, попрыгаю, тут ещё потуплю. Самое смешное, что первый-то раз я это быстро сделал, а тут что-то тупил. Я подумал, что мне рычаг нужен, а не шестеренка. Поэтому начал прыгать в поисках рычага. Да ладно, так скажешь, что ты тренировался. Угу, ачивки выбивал. Лунный прыгун! А есть в Стиме эта игра? Нет. Этой игры нигде нет. Только на диске у меня есть. То есть ты ее даже не спиратил, да? Этого у меня... Купленный диск, че? Ну, я оставлю без комментариев в этот момент. Что? Какие игры у меня были спиращены? Саня! Так, из тех, что мы делали? Да. По-моему, ни одной. Ну, вообще одна была. Ах, ты гнусный пират. Так, сиськи-письки-то как раз. Че, думаешь, покупал, что ли, это дерьмо? Синглс? Не синглс. Синглс так покупал, как раз. Нет, этот Джо Гест, который... А, ну я сомневаюсь, что где-то найти можно за деньги. Ну да. Но факт остается фактом. Вот такие дела. Кстати, E3 смотрел конференцию? Угу, начало. Порадовался за будущее игростроя? Вообще, просто конференция Microsoft меня настроила на такой позитивный лад, что плоть из окна было выйти. Я уже поржал над людьми, которые купили Xbox, тем более он еще у нас не вышел, значит, они за неплохие деньги купили его. Вообще супер просто. Если раньше, знаешь, это было, на PlayStation игр нет, теперь на Xbox их нет особо. На приставках вообще игр нет. Мне понравилось, как они в прошлом году облажались с этим, с тем, что у них не было поддержки инди-игроков. Теперь сразу, у нас есть компания ID от Xbox, короче, мы будем помогать издавать инди-разработчикам игрулечки. И показывают игрулечки все, которые уже, наверное, года полтора как вышли на компе. Уже все в них поиграли в столетках. Но на PS3, ой, на PS4 та же самая Те же самые. Ничего нового не выходит. Так вообще смотрю, просто капец. Это посмотрел, да, очередной Halo, Call of Duty. Halo, честно, поиграл бы. Ну, так не, я бы в Halo даже поиграл не в этот, не в новый, в пятый, а поиграл бы в эти. Переиздание. Понимаешь, ты, у тебя, видимо, какая-то вот эта норма дерьма, которую ты должен съесть в твоей жизни, это вот серия Halo. Ты съешь. Halo отличная серия. Ну, видишь, еще и убеждаешь себе, что это отличная серия. Да. Бывает, бывает. Это называется guilty pleasure. То есть это вот то, что как бы играешь, но стыдно признаться. Но тебе вот не стыдно, к сожалению, потому что еще миллионы таких же, как потому ты играешь. Потому что Halo это игра. Замечательная франшиза. Самая проработанная вселенная. Кстати, да. По-моему, в одном видео мы уже обсуждали это заявление. Так ты говорил прямо противоположное. Не, почему про вселенную? Что она проработанная, да. Просто ты говорил, что это не по моим словам, а что это там говорил какой-то там... Ну, это где-то было, да. Microsoft пресс-служба это говорил. Ну и музычка там прикольная была.
Ну, я так его знаю, там... Та-т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 а, вот это и все, как бы. Ну, еще там, да, прикольная вариация этой темы, когда ты едешь на баги в самой первой части с этими с дебилами солдатами, которые на каждом ухабе. Ухаб! Никогда в жизни с такого не прыгал. Просто дебилы. Да, она там играла такая. Напоминала немножко Firefly. Он же Serenity. Ну, в смысле. Ну, я понял. Одна манина. Ай, да, ты трейлер видел Стражей Галактики? Да видел, я что-то вот, не знаю. У меня почему-то стойкая ассоциация как раз с Firefly возникла. Ну... Не знаю почему. Видимо, тоже команда идиотов. Как бы да, единственное, что... Не, там была команда циничных ублюдков, как бы. Ну, да. Каждый за себя, фактически. Ну, блин... Не знаю, что-то меня не прикалывает. Единственное, что прикольно, конечно, да, это вот... смешно, что сам факт, что Вин Дизель это озвучивает дерево. Это вот смешно мне. А так как-то, ну... Кто там, Брэдли Купер енота озвучивает? Да, Брэдли Купер енота. А ты все прыгаешь здесь, что-то пытаешься с... Да, трачу деньги. Откуда ты их берешь? Я подобрал, по-моему, две монетки тут, у второго сломанного телескопа, и две на утесе там, где огонь и вода. Ну и где летают эти фантики. Одуванчики назовем это. Они не одуванчики называются. У них есть название. Ворация, по-моему. Огонь, вода. Вода мокрая, да? Огонь горячий. Ну, мне тут далеко, конечно, да, Жюль Верна в области там, соображалки, поэтому это все несколько затянулось. Ну вот, я думаю, ты уже привык к этому в моих летсплейниках-то. Да я смотрю, что ты как-то без солюшена, у тебя вообще игра не идет. Да, топчусь на месте. Еще там 10 часов монтажом вырезано. 20! А потом ты всем рассказываешь, что ты в деревню ездил, ага. Просто взял два дня выходных. Ребята, не отвлекайте, я буду записывать. Как там? 45 минут видео записать, просто два дня работы. Ты это уже делал, растение. Так я знаю. А нет, это ты не делал, кстати. Неплохая мысль. Так я знаю. Видишь, не хочет. Вас мешаю, сейчас он не хочет, он хочет какое-то другое растение увидеть там. И эти два не смешиваются. Вот не знаю, чё вообще, чё за дела? Слюней добавь. Вот, кстати, не подумал об этом. А, то есть ты это не прошел эпизод, да? Сразу же так вопрос. Этот эпизод, ну тут уже сложно разделить игру на эпизоды, но я тут... Небольшой прогресс у меня будет, после него я сразу вырублю. Я заметил, что ты не сохраняешься. А слушай, она не вылетает. Круто, да? Я думал, ты осмелел игры, стал так проходить. Да дерзкий пацан, без сохранений. Как эти, ачивку выбить очередную там, пройти. Да. No save man. Там. Так, а чё, есть же во всех этих как раз в Silent Hill'ах и прочем. Silent Hill. Дамы и господа, ну, если бы Silent Hill был такой же дружелюбный, как бы, знаешь... Там, пройти игру, ни разу не сохранившись. Ну... Здесь, понятно, смысл теряется, как ты сдохнуть не можешь. Можешь. Ну, то, что ты с обрыва упал, это не считается. Чизи, не считается. Ну, там-то ты можешь сдохнуть. Можно расшибиться в лепешку при приземлении еще. Можно от недостатка воздуха сдохнуть. Но здесь ты появишься все равно, то есть... В эпизод до этого не надо загружаться. Не, знаешь, что надо? Какую ачивку? Чтоб ни разу не сдохнуть вообще. То есть именно, ну, не там, не промахнуться, не сдохнуть от недостатка кислорода, чтобы ты был, типа, вечно живой. Или там, герой Жюль Верна, можно назвать там. У меня была там мысль все время Deus Ex так пройти, ни разу не подняв тревоги и никого не убив. Так это делается очень просто. Запускаешь игру и выключаешь, все, как бы игра пройдена. То есть герой твой на самом деле понимает бессмысленность своей миссии и выходит во своясь. О, ты там какую-то химикалию сделал. Нет, кстати, да. Этот зеленый был недоволен, то, что ты желтого цепанул. Они, в принципе, оба недовольны. Я подумал, может их здесь где-то посадить можно, если он там в почву не хочет. А если ты пойдешь прямо? Так вот, они не пускают меня, они делают... То есть...
не успех вообще. Нифига ты не попал, я видел. А, кстати, вот это забавный момент, что где-то вот на краешке, да, оно все равно засчитывает. Я тоже заметил это. Хуй тебе! Не-не, это было как у, Бетховена, по-моему, Па-ба-ба, ай, Любаха. На самом деле напоминает немножко, типа, похоронный марш какой-то такой штуку. Не, ну, у этого есть такая вот эти киноты, та-да-да-да. Не помню у кого, либо у Бетховена, либо у Бетховена. Та-да-да-да-дам! Блин, ну давай. Мне надоело это. Тренируйся играть, я тебе хочу сказать. Тренируйся играть. Говорит человек, который в Left 4 Dead до сих пор идеально не играть не может. Я, кстати, давненько уже в это не гонял. Ну вот. Я тут попробовал Sony Bravia воткнуть к своей этой видеокарте через HDMI кабель. Ну и как, успех? Говно вообще полное. Да говно твоя HDMI карта, я могу сказать. Привет, а вы вырубаете... Нет, телек вырубается, либо теряет сигнал. Хотя с кабелем проблем нету. Потому что через ноутбук, на котором... NVIDIA AN стоит какая-то древняя, вообще проблема. Ну, мне кажется, он просто Radeon не может скушать. Да говно твой Radeon, как бы. Тут вот. Это даже без вопросов, Сань. Понимаешь, нужно смириться с этим просто. Ну да, это говорит человек, который крузис дергается. Даже. Да, куда он дергается? Он удален и не дергается. Вот видишь, не смешиваются они. Так потому что ты херовый ботаник. Ну, Мичурин из меня не выйдет, согласен. Ты не мешал еще как минимум зеленое с одуванчиками. С одуванчиками. Вообще мешал. И самое первое, что я сделал, было смешал синее вот с этим, с круглой летающей фигней. И они... Ой, зеленое с круглой летающей фигней, и зеленое сожрало круглую летающую фигню. А два одинаковых можно скрестить? Не. Ну вот, все логично. Зеленое жрет одуванчики, можно одуванчики снести. Что логично? Пожарь все. Проблема будет решена. Ну вот, собственно, я этим и занялся. Приготовлением калия. Зачем тебе емкости столько? Так вот я и говорю, сам не разобрался, нахрена мне тормозные двигатели. Я про емкости. Так... Какие емкости? Ну, ты про консервные банки? Мензурки стоят. Но. Так это эти. Это не мензурки, это, говорю, тормозные двигатели. Нет, вот у тебя две стоят тормозные двигатели и три мерзметик. Или это банки консервные? Блядь, консервные банки и мензурки, блядь. То есть расстояние выглядит как мензурка. Ну окей, мензурка. Слюней замешай с чем-нибудь. Да вот говорю, блин, не подумал. Ты не в онлайне играешь, видишь, как бы. Не могу, понимаешь, что в записи просто. Это вот когда смотришь, и когда проходит, это как-то неудачно, да, сразу же душу бередит, да, так. Или наоборот, когда слишком удачно проходит, аж бесит. Ну, такой, да чё ты... Я когда посмотрел там этот, сейчас мысль появилась, таки приобрести Super Meat Boy, пока на него скидочки. За 10 рублей там, или сколько он стоит? За 37, по-моему. О, обдирал! Или за 67. Грабеж средь бела дня. Хотя там, по-моему, бандл же идет. Да, там бандл идет за 127, по-моему. Вот. Что, дорого вообще? За 5 игр? Да ты что? Там же Брейд есть. Кстати, Брейд тоже можно взять. Брейд. Не, сейчас я Макс Пейна возьму. Возьми Вульфенштайн. Вульфенштайн я не хочу. Вульфенштайн прекрасен, я его прошел просто, да, шутан года, просто без вопросов. Не, ну подожди, еще Call of Duty с Battlefield'ом не вышли. Не, ну эти там мастодонты, вот, ну после них двоих, конечно. А в этом году, слушай, никаких же шутанов так особо и не выходит, я посмотрел. Ну, я тут позырил жирного Логвинова, короче, обзор. Оказалось, что Machine Gun, который делали Вульфенштайн, безвестные ребятки, оказалось, что это выходцы из Starbreeze. Которые ранних Starbreeze, которые Риддик там. Где которых еще значок, это солнце злое какое-то. Да-да-да. Вот, то есть у меня сразу много вопросов отпало после этого. Вот, потому что игра крутая. Очень крутая.
Я решил приготовить жижу и сожрать ее. Ты бобы сделал. Я тебе хочу сказать. Какие-то херовые бобы, не. Кстати, где у нас бобы можно купить? Я хочу себе бобов взять. Знаешь, как в американских фильмах захерачат на сковородочке. Е в Америку, пиздос сраный. Не спрашивай зачем. Да не, просто интересно стало. Никогда не ел. У нас тут Крым наш, а ты спрашиваешь, ты хочешь по-американски что-то сделать? Ублюдок. Потому что чечевицу я уже поел. Чечевица. Кстати, вкусненько довольно-таки. Чечевица. Чечевица. Один из этих, одно из этих двух слов было глаголом. Что делать, чечевица? Блин, у тебя прогресс на лицо идет за полчаса. Ты научился смешивать три растения. Ну, это больше растений, чем ты научился смешивать за полчаса. Этого... Такая, знаешь, напряженная игра. Ну, мне нравится, когда игра делает вызов. Ну, на самом деле, это приятнее, чем если бы мне сейчас таймер поставили и сказали бы, ну-ка быстро разобрался, что как с чем работает. Ну, вот это было бы уже интереснее. Ну, тебе, может, и интереснее было бы. Ты вот спрограммируй себе игру и играй. Это для задротов. Задротов, бля. Игры для задротов, это для задротов. Я вам тут Mirror's Edge рекорды ставлю, несколько мировых рекордов за последний месяц поставил. Ну, то есть, не в целом, не общий мировой рекорд в игре, а за последний месяц из всех людей, игравших в Mirror's Edge, я пробежал там несколько дистанций быстрее. Когда ты пройдешь его за 21 минуту, тогда и поговорим. Всю игру? Да. Это, в принципе, дело практики, месяц максимум достаточно. Ну, вот и трать свой месяц на это. Зачем, если у меня есть еще пара игр, которые надо все-таки пройти, наконец? Например, Left 4 Dead. Нет, Left 4 Dead я не хочу сейчас пока играть. Я вот, у меня мысль, не покидает все-таки Макс Пейна пройти. Не покидай меня, безумная мечта. Макс Пейн говно, говно, говно. И да. Вот что меня сдерживает от покупки этого инди-бандла, это то, что я засяду за Супер Митбоя. Это что ты за говно Макс Пейн засядешь, тебя не смущает? Нет, это не смущает, потому что я его пройду за часов 5 и буду доволен. На каком уровне? На изи? Конечно. Зачем я буду напрягаться? Макс Пейн это не та игра, где нужно какой-то там челлендж себе создавать. Ладно. А, то есть для тебя наконец дошло, что надо цвета поменять, да? Да для идиотов объясняю еще раз. В прошлый раз я сделал это практически мгновенно. А тут ты решил чисто показать, что можно тут растения выращивать. Да, типа того. Ха-ха-ха. И, кстати, да, мы приближаемся к концовке уже. Такой, знаешь, у тебя не покидает ощущение, что ты полчаса просто выкинул из своей жизни? Нет. Я выкинул их из твоей жизни. Да, и из моей, кстати. Потом расскажу тебе, какой я пароль. А это, я же с Wi-Fi разобрался, после того, как мы там настаивали Wi-Fi, чтобы в Hammer Watch поиграть по сети. У меня перестали его воспринимать Vita и iPhone. Я помню, но... Вот, я там разобрался, все переделал, тебе новый пароль поставил. Вообще ничего не понимаю. Теперь все работает отлично. Любопытно. И там пароль я порадовал. Всех, кто будет пытаться подключиться к нему. Не пароль, а название Wi-Fi. Пенис-пенис. Я Хардонал. Хардонал, отлично. Так вот, загадка. Куда же подевались умные инопланетяне, а не эта тупица на входе? Будем искать их. Тан-тан-тан. Так дальше звездный десант. То есть инопланетянин мозг. Инопланетянин мозг. Слова... складываются в предложение, что все. Это все, на что ты был способен? Да, тут моего моджа квестерского